Приветствую, друзья! Сегодня у нас очередная бесплатная флешка, и в этот раз это Burrito Bison Revenge. Был еще вроде как первый эпизод, который, по-моему, назывался просто Burrito Bison, но я в него не играл, я сразу нашел именно этот вариант, уже именно с местью Burrito Bison. И я сейчас сначала один раунд сыграю. Блин, не получилось идеальный запуск сделать. Суть в том, что запускаем мы нашего Burrito Bison с ринга. Вот, и должны пролететь как можно дальше. Что в конце, не знаю, не доходил пока. Может быть, когда-нибудь дойду. Ну или, собственно, кстати, если кто-нибудь из вас это сделает, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Очень интересно, что будет в конце. Ну, очень интересно. Так. Я уже дошел до третьей локации. Это, на самом деле, конечно, мало что значит, потому что всего лишь, блин, до третьей локации. Я уже некоторое время поиграл, тут подпрокачался, поэтому кое-что уже, так сказать, видел. Вот, и что мы делаем? Мы уничтожаем желейных мишек. Да, уничтожаем желейных мишек. Есть обычные, есть летающие, а есть целый ассортимент необычных желейных мишек, как бегающих, так и летающих. Вот, например, мишка с бомбой. Да, подбрасывает нас. Давай, медведь, ты чертов, давай, блин. Во-во-во-во, вот этот вот с быком, это самая бомба. Ну, по крайней мере, одна из самых точных. Причем, кстати, получается в прямом смысле этого слова самая бомба. Потому что мы сбрасываем его с ракеты, которую этот медведь-ковбой оседлал. Сами занимаем на ней седло. И, собственно, фигачим. Фигачим. Так, ретрай. Есть контакт! Идеальный запуск, наконец-то! Идеальный запуск, ну, он как бы и есть идеальный запуск. А, вот как оно делается. Нужно долететь до неба. Вот в чем фишка. Я все понять не мог, как добиваются вот этого вот состояния метеора. Ну, потому что клевое состояние. Я бы прям в нем бы полетал бы. Вот. Также вот в левой части экрана есть несколько ракет. Их несколько, потому что я уже подкачался. Так было всего одна штука изначально. Они позволяют мне цеплять вот эти ракеты к борцовским трусам нашего Burrito Bison. Вот. И выполнять вот такой вот резкий рывок вниз для уничтожения всего живого, если можно так сказать, в определенном радиусе. Самые неприятные ребята. Вот эти вот желейные мишки полицейские. Самые неприятные ребята. О, апгрейд на скорость. Пятый апгрейд на... Ну, точнее, пятый апгрейд на... На запуск. На скорость запуска апгрейд. Ну, реально. Вот прямо класс вообще. Я сейчас мало. Я, конечно, собрал себе бонусных медведей. Но зато, черт побери, как мы хорошо идем, а? Вот прямо на отличненько идем. Так, летающая шапочка. Апгрейды, ну вот я покажу, наверное, после этого захода. О, да, найс, вообще. Причем в эпицентре просто всех в кашу. Всех в кашу в эпицентре. Вот интересно, удастся ли? Не, мне кажется, что не удастся побить предыдущий рекорд. Вот, кстати, эти ракеты, их еще удобно использовать как раз для уничтожения полицейских, потому что полицейские, они очень сильно, прям заметно снижают скорость и могут вот так вот, да, спеленать. Чуть-чуть не долетел до лучшего своего результата. Так, ну что ж, в магазине давайте посмотрим. У нас здесь есть апгрейды, собственно, для борца, апгрейды для медведей. Для медведей апгрейды. У меня пока куплены на единичку все необычные медведя и все, что с ними связано. Кроме вот этих круизерсов, которые стоят 15-шку, что-то как-то дороговато. Вот. А это как раз вот наши оппоненты на ринге. Оппоненты на ринге. Они открываются постепенно, но их приходится покупать, этих оппонентов на ринге. У каждого... Очень фигово сейчас запустился. У каждого из них своя все более и более сложная схема идеального запуска. Ну, окей, условия идеального запуска. Для того, чтобы совершить идеальный запуск, нужно на вот этой вот шкале, которую нам показывают в начале, попасть именно в белую зону. Попадая в белую зону, мы осуществляем, собственно, этот идеальный запуск. И идеальный запуск – это отличные предпосылки к очень-очень-очень хорошему запуску. Ну, прямо очень хороший предпосылок. Я почему-то, не знаю, действует, знаете, проклятие записи, потому что как-то я тут играл за кадром и уже насобачился осуществлять чуть ли не каждый раз идеальный запуск уже именно с этим вот оппонентом.
А тут, видите ли, во время записи что-то как-то не прёть. Не, ну бывает, конечно, но это жизнь. Но тем не менее. Так. Кстати, как показывает практика, оставаться в воздухе все-таки более эффективно, хотя бы просто потому, что там есть всякие хитровыпуклые медведи, это раз. Там нет медведей-полицейских, они не умеют летать, это два. Так, и что там еще? Давай. А, черт, опять не получилось идеальный запуск. Что ж такое-то? Что-то как-то у меня сегодня все не идеально. Хочу показать еще каких-нибудь бонусных медведей. Вот медведь-авиатор был, но его прихватить что-то не удалось. Ну, может быть, другого. Так. И в воздухе, в принципе, меньше плотность, потому что мы от этих вот медвежат, конечно, отталкиваемся. Конечно, отталкиваемся. Но дело в том, что каждый толчок от отдельно взятого медвежонка, он все-таки снижает скорость. Он все-таки снижает скорость. А снижение скорости, это, ну, как бы, в конечном счете, остановка. Блин, да что ж такое? Что-то как-то у меня... С чаби-бани, вот этих вот громаденных, жирных, зовут чаби-бани, там, или чаби-бир, ну, неважно, в общем, они чаби, ну, по ним видно, что они чаби, вообще-то. Так, авиатора не догнать. Медведя-авиатора мне не взять сейчас. Вот часто бывает такое, что начинаешь потом так ближе к земле кувыркаться. Потому что тебе больше как бы деваться некуда, приходится кувыркаться ближе к земле. Я, наверное, даже до дверцы не долечу, скорее всего. Блин, вот сейчас обидно было, что денежного медведя не взял. Обидно было. И вот авиатор опять надо мной издевается. Ну все, это остановка. Стряхнул с себя пыль и пошел дальше. Так. Шоп пока рановато, потому что 19 тысяч, это ни о чем. Идеальный запуск. Найс. Вот так вот, да. Хороший толчок, отлично. О, да, детка, да. Вот так вот. Есть контакт, да. Давайте. Вот так. А, черт, вот этого не цепанул. А если бы цепанул, было бы клево. Давай, оба. Вот в той отмеченной области шкалы, если остановиться на бычьей ракете, я не знаю, ну, бычья ракета, то получится, опять-таки, своего рода такой мини-идеальный запуск, который позволит нам на такую траекторию выйти. О, а вот этим вот надо так вот управлять. Иногда можно еще взять, успеть горючку, но это не всегда получается провернуть. Вот так. Хорошо идем, будет новый рекорд по дальности. Будет определенно будет новый рекорд по дальности. Вот, давай, горючка. Черт, горючку пролетели, но ничего страшного. И потому что рекорд по дистанции уже установлен. Все, сейчас полицейские-то меня испеленают. Вот тут уже чем дальше, тем, конечно, плотность полицейских увеличивается. Ух, увеличивается. Perform total 4 perfect launches. Идеальных запусков. 4 идеальных запуска нам нужно заперформить. 28 тысяч, нифига себе, 90 тысяч на следующий апгрейд. Ну вот я сейчас буду делать, конечно, копить на апгрейд по скорости. Но, друзья мои, я, наверное, уже не буду вам показывать эти бесчисленные множество моих попыток накопить на что-либо интересное. Это была игра, которая называется Burrito Bison Revenge. Ссылку на нее вы, как всегда, обнаружите в описании к данному видеоролику. Огромное вам всем спасибо и до свидания.